Драка со скандалом на староконном рынке. Как сообщает в соцсетях очевидцы событий, в воскресенье днем машина службы охраны «Карабинер» ехала по прилегающей улице вдоль торговых рядов на тротуаре. По мнению пешеходов, «Карабинеры» двигались слишком агрессивно. Когда охранникам сделали замечание, чтобы ехали потише и поаккуратнее, чоповцы напали на одесситов, применив газовый баллончик. По мнению очевидцев, охранники были пьяны вместе с водителем. Возмущенные горожане надавали тумаков нарушителям спокойствия. Водителю удалось скрыться на машине. Ну, а позже приехал еще один экипаж «Карабинера» и патрульная полиция. Приехала патрульная полиция. Все это выяснила на месте, конфликт погасили. Нарушители, которые этот конфликт прежде всего и начали, доставили в отделение полиции, где уже приняли меры к ним.